Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Денечка, поздоровайся со своими друзьями. День, с друзьями поздороваешься? Привет! Привет! Кто? Я. Вы на канале? Baby Go. И сегодня у нас будет игра на память и на тактильные ощущения. У нас есть вот такой мешочек. Вот такой. И в нем спрятаны 4 любимые Денискины игрушки. Давайте мы покажем вам их. Это молоток, карандаш, лего. Лего, День? Лего. И это что за цифра? И ноль. Сейчас мы это спрячем в мешок, и Дениска на ощупь будет угадывать, что он сейчас вытащит. Убираем молоток, карандаш, ноль. И лего, давай, папе лего. Денечка, теперь смотри. Закрывай глазки и ручку засовывай туда. Засовывай ручку. И угадывай, что ты сейчас вытащишь. Не смотри, не подглядывай. Что ты взял? Это что ты вытаскиваешь? Молоток. Молоток. Друзья, мы вытащили молоток. Давай, теперь суй, не подглядывай. День. Ну, отдай маме молоток нам. Да. Теперь вытаскивай, не подглядывай, ручку засовывай, засовывай ручку. Ну так вытащи, засунь ручку, найди там. Лего, да? Мы ищем лего, друзья. Вот, мы нашли лего. Покажи всем, День, что ты нашел лего. Вот. Да, молодец. А еще у нас что там осталось? И карандаш. Давай, вытащим ноль. Ноль найди, не подглядывай. Ручкой засовывай, давай. А ты хитрец. Однако, давай еще раз спрячем. Ноль и карандаш. Так нельзя две вещи вытаскивать. Это мы не будем прятать. У нас остался ноль и карандаш. Давай на ощупь, вытаскивай ноль. Не-не-не-не-не, лего не убираем. Засовывай ручку, найди ноль. Найди ноль. Молодец. И что там осталось в мешке? День, что в мешке осталось? Ну, какой карандаш? Что осталось в мешке, День? Пять. Нет, пять у тебя. А в мешке что осталось? Ну давай вытащим, что осталось в мешке. Не подглядывай, найди там в мешке. Денечка, засовывай ручку туда. Не подглядывай. Так, вытаскивай. Что там есть? Что там есть? Мел. Мел? Там не мел, там почти мел. Ну что там есть, Денис? Вытащи. Ну не карандаш. Ну давай, найди его там. Вот он. Друзья, как вы видите, ребенок очень легко находит в мешке свои любимые игрушки на ощупь. Мы сейчас потренировали тактильные ощущения. Вот. И, естественно, память. И мы будем пробовать прятать другие предметы. Вы тоже берите с нас пример. Ну, а мы с вами ненадолго прощаемся. Это был канал Baby Go. Ставьте на пальцы вверх, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока, друзья. А ручка помахать. А как ты, Маш? Вот, пока-пока. И поцелуй. И поцелуй.